Всем привет! И в этом видео мы хотим показать обзор журнала «Непоседа». Это номер 2, выпуск январь. Вот. Здесь они на катке. Мультяшка здесь такая вот. С тюленем, по-моему. Дальше. Здесь вот почитать тут можно. Все вот это вот. Айсберги. Вот. Я думаю, вам видно это тут. Сейчас я так вот сделаю, чтобы можно было прочитать. Вот. Грейпфрут какое-то слово непонятное. Потому что я не знаю, если честно, такое слово. Вот. Дальше вот просто вот, картинка. Вот, я думаю, вам не хорошо. Или вот так вот, если вообще ужасно будет видно, потому что у меня все кусаться плохая. Вот так вот, если сделать вот все. Хорошо видно. Так, теперь вот здесь вот лабиринт, и как вы видите, я его уже прошла. Я люблю, на самом деле, лабиринты проходить. Дальше здесь задание, вот тут я отметила все. И слово, как сами, Арктика, да, Арктика. Вот, дальше здесь по силуэтам я все нашла. А дальше пазлы, тут тоже все нашла, 5 всего лишь, ну там. Дальше, здесь я отметила вот тут, вот видите, зеленый, это значит, так, лучше оранжевый, ну просто, это просто так. И красный, это что, там такое задание было, вот, это как сделать такую тюленью, вот. Я потом могу снять по запросам, если вы захотите, вот, конечно. Вот здесь такой немного комикс, ну, близнецы называется. В подъезде у нас среди прочих жильцов есть двое мальчишек, а точнее близнецов. Но если мы к братьям присмотримся к этим, мы кучу отличий, конечно, заметим. Один на прогулку, другого зовет, другой говорит, что-то ноет живот. Наверное, объелся вчера я конфет. Иди, ну а я поиграю в планшет. Один говорит, я на горку, ты как? Второй отвечает, вот видишь синяк. А как с синяком мне на горке кататься? Уж лучше денек или два поваляться. А когда начинался ежегодный ОРВИ, гулять не пойдешь, уж зови, не зови. Вот только один пьет полезный компот, другой себе сделал 8-й бутерброд. А скажем весной, как тепло настает, один вместе с классом уходит в поход, другой говорит, я хожу еле-еле, я кашлял ужасно на прошлой неделе. Один энергичен и жизнью доволен, другой постоянно хоть чем-то доволен. Один загорелым растет молодцом, другой ходит с вечно зеленым лицом. И если этих братьев мы вместе встречаем, легко друг от друга мы их отличаем. Вот, в общем-то, отличия тут всякие, я их нашла. Задание такое тут есть еще. Вот, дальше раскрасить компанию друзей. Дальше вот здесь вот прочитать, но я еще не читала, потом прочитаю как-нибудь. Дальше опять мега-лабиринт, ну, не мега-лабиринт, опять лабиринтик. Дальше соединить по точкам. Северный полюс там написано, разгадать слово. Дальше вот тут рецептики можете. Так вот, ее записать можете, на паузу поставить. Вот даже рисуночки, вот эти вот, да, смотрите. Вот. Лучше на паузу поставьте. Строишь из снежных комочков баррикаду и угощайся. Вот. Что понадобится. Вот, что получается. Итак, дальше задание. Кто
на какой из мишеней есть все указанные числа. И кто первым найдет медузу с указанными числами, играет с друзьями, это тоже. Вот, дальше здесь на катке, вот это всякие тут разные штучки. Вот видите, тут девочки-близняшки, вот, ну, я не знаю, они близняшки или нет, такие, да. Ну, находит кто-то. Ладно. Здесь еще написано про скиджо ринг какой-то. Ну, это, в общем-то, вот так вот кататься. На лошади там, я не знаю, как. Ну, за лошадь привязывается. Я даже так не знаю, какого вообще вида спорта. Дальше здесь мега-лабиринт, но его очень легко проходить. Дальше рисунки, я за них оценки ставила просто. Ну, мне так очень нравится. Да, на самом деле. Вот можете увидеть. А теперь как рисовать там такого медведя. Научись рисовать медвежонка и отправь нам свой рисунок. Попрыгунчик из резинок, он делается очень легко. Дальше журнал такой вот. Потом вот такую вот раскрасить картинку тут. Вот, другую рисуночку вот эту, но сейчас новый. Вот, потому что тут рисается такой. Дальше путаница. Извиняюсь за посторонние звуки. Вот. Здесь вот эти. А я без вот этого всего ходила их названия. Представляете? Итак, здесь игрушка перевертывается, смотрите. Ну, не перевертывается, извиняюсь, мультяшка, да. Смотри сейчас. Вот эту руку. А вот здесь он тут купается, да. Опа, вынырнул. Опять купается, вынырнул. Здесь, да, вот. Непоседа. Опять же, вот это приклеивать. На физкультуре шпагалка называется, это вот там какая-то штука. Дальше. Хаталка. Почему ты опоздал на урок? Я хотела пойти на рыбалку, но папа меня не взял. Твой папа правильно поступил. Надеюсь, он объяснил тебе, почему ты должен идти в школу, а не на рыбалку. Да, он сказал, что червей мало и на двоих не хватит. Да. Анечка, а почему твой дневник стоит в углу? А я его за двойку доказала. Дальше найди, где чей питомец, короче, вот. Вот это я, что это попугай, короче, посела там всякие. Тут ответы. Там еще, я надеюсь, вы заметили, вот такие вот цыплятки были. Я их отмечала, вот такие похожие. Дальше 3-9 царство, вот это тут, всякие штучки. У меня вот это, кстати, есть. Может, видео с ними тоже сегодня. Стереоглаз, вот, можете рассматривать. Вот так вот. Опа, и закрывается. Вот, да. Дальше здесь непоседа такой вот. Дальше история, вот можете прочитать, но я думаю, у многих уже есть такие журналы. Вот такие вот. Тут мне очень понравилось, я хочу еще дочитать, но тут продолжение следует, и тут же идет кроссворд с зачеркнутыми словами. Вообще, вот. И это было все видео, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока-пока!